Кишиневский зоопарк пополнился новыми обитателями из украинского Луцка. Туда прибыл медведь и две медведицы. В Молдове животные уже около недели, но увидеть их посетители смогли только в среду. Сначала медведи должны были пройти период адаптации, а также карантин. Теперь три медведя из Украины живут в большом вольере столичного зоопарка. Одними из первых Мону, Мадону и Бруно увидели наши журналисты. Ce au parcurs aproape 700 de kilometri, cei trei urși s-au adaptat cu succes. Pentru frații Bruno, Mona și Madonna, bazinul a fost surpriza din noua lor casă. Pentru că sunt energici, aceștia bucură privirile vizitatorilor care, în aceste zile, își fac drum la zoo, în special pentru ei. Мы вечером увидели новости, пришли, но пока что успели увидеть только одного медведя или медведицу. Здесь очень хорошие условия для них, так что надеемся, что они будут расти здесь здоровыми, и все у них будет хорошо. Ну, мы пришли пораньше, чтобы не было жарко, но очень хотелось медвежек посмотреть. Мы вчера прочитали, что они приехали с Украины. А у территории? У них очень большая территория, у них достаточно тени, они могут прятаться там от солнца, так что им тут будет хорошо в этом зоопарке. Медведю по имени Бруно 4 года, двум медведицам Моне и Мадонне на год меньше. Работники зоопарка рассказывают, что адаптировались медведи к новому дому очень быстро. Несколько дней они провели в карантине, а теперь могут свободно гулять по медвежьему лесу и наслаждаться водными играми в бассейне. Медведи у нас уже около недели, они прошли период адаптации, период карантина. В это время они были закрыты, нужно было убедиться, что с их здоровьем и самочувствием все хорошо. Теперь они уже гуляют в большом вольере. Три медведя приехали в Кишинев благодаря соглашению об обмене, которое заключено между зоопарками Молдовы и Украины. Взамен из Кишинева в украинский город Луцк отправилась лама и пара патагонских мар, известных также как патагонские зайцы. Животные перевозились в специально созданных условиях, которые защищали их от жары. Их контейнеры были оснащены специально системами кондиционирования воздуха, назовем это кондиционерами, чтобы животным было прохладно. Также по пути делались остановки, чтобы менять им воду, чтобы они пили свежую воду и она не нагревалась. Представители Кишиневского зоопарка говорят, что планируют привезти сюда и других животных. Посетители надеются увидеть в Кишиневе жирафов, слонов и других экзотических животных.